Добрый день, с вами сегодня Ищенко Валерия и Коробкин Виктор на канале «Родные люди». Мы сегодня покажем вам, как с простой бутылочки мы будем делать вазочку для наших цветочков-тюльпанчиков, которые мы показывали в предыдущем теме. Вот Верочка купила себе водичку, не будем говорить, какая реклама, но не рекламируем водичку, мы говорим, что простая бутылочка, да? Теперь мы с нее будем делать вазочку. Как мы с ней будем делать? У нее здесь есть такой кантик. Мы по этот кантик отрежем. И у нас получится вот такой высоты вазочка. Как будем делать дальше, мы все покажем. Так. Так. Ровненько, где-то были ножницы. Желтые, вон, возьми. Вон, давай эти краски. Давай. Так. Ровненько отрезаем. Нам надо ровненько, потому что мы сейчас... О! Так. О! Вот мы обрезали бутылочку, видите? Но она у нас получается какая-то такая, никакая. Вот, видите, жиденькая какая-то, она может сюда не так это все сделать. Мы это все водичку вылили. Вставай, Валерочка, пройдем к плите, покажем, как мы будем делать вазочку. Мы поставили алюминиевую тарелочку на костер. Она нагрелась у нас. И будем теперь ровненько прикладывать. Ух ты, она быстро остыла. Сейчас. Ставим металлическую тарелочку на нее. Медленный огонек. И постепенно прижимать будем. Ну что, друзья мои, вот мы сделали под наши тюльпаны вазочку. Сейчас мы их аккуратно вытащим, наши тюльпаны. И покажем, как с бутылочки мы отрезали. Заплавили ее, правда, у нас немножко неаккуратно получилось, мы торопились, но не страшно. Вот получилась такая вазочка, одели лезвочку, вот, положили в нее груз, кусочек свинца, пригрузила от удочки, чтобы она не переворачивалась, и получился у нас такая вазочка для наших тюльпанчиков. А вот это пока месье Валерия Ивановна еще сделала цветочек, да? Сама делала? Девушка не помогала уже, тут уже ты сама сделала. Это вот она сделала сама, видите, цветочек такой. Вот. Ну что, на сегодня у нас все. То, что мы хотели показать, показали. Вазу завершили. Тюльпаны мы сделали. Да? А такой цветочек мы можем делать, как показывали в нашем фильме предыдущем, да? То есть любой из детей может такой цветочек сделать, правильно? Ты сегодня уже научилась, уже сама такие цветочки делаешь. А дедушка только подпалил тебе зажигалкой там, да, края, и все. Горелочкой мы там немножко и подпалили, только и все. А так она все сама сделала. Вот получился такой хороший цветочек. То есть детки можете творить сами и, соответственно, делать поделки всякого рода, да? Ну что, говори, друзья, на сегодня все. Все, до свидания на нашем канале. До свидания вам. С вами были Виктор Коробкин. Ищенко Валерия Ивановна.